Как возродить украинскую промышленность и обеспечить людей достойными зарплатами и пенсиями? Об этом представители ОПАБЛОКа говорили на встрече с работниками Днепропетровского агрегатного завода. Сотрудники этого предприятия рассказали о своих проблемах и заявили, что их терпение находится на пределе. Оппозиционеры напомнили, что политсила разработала пакет законопроектов по поддержке промышленности, но коалиция четвертый год блокирует их принятие. В результате уже 8 миллионов человек выехали за рубеж на заработки, и в то же время все еще есть возможность улучшить социальную ситуацию в стране. Люди помнят, что когда я был губернатором Днепропетровской области, рост производства за 3 года был почти 25%. Но задавали очень конкретные вопросы. Очень сложно сейчас отвечать, потому что политика, к сожалению, нашей страны сегодня направлена наоборот, на деиндустриализацию. На то, чтобы оставить в стране там, 15 миллионов населения и сделать нас какой-то нищей агро-ГМО страну. С проданной землей, уехавшими людьми и с остановленными предприятиями.